Бурановские бабушки готовят для односельчан сюрприз. В новогоднюю ночь они выступят не на каком-нибудь заказном корпоративе, а в родном клубе. Правда, сегодня на репетицию пришли не все бабушки. Домашних дел накопилось много за время отсутствия артисток. 10 дней они были на гастролях. В Москве снимались в разных новогодних телевизионных шоу. После отправились в Германию на 5 дней поздравить европейцев с Рождеством. Приглашение получили от певицы Елены Фишер. И исполнила нашу песню на удмуртском языке, что было нам приятно, чем подкупила нас сразу бабушек. Да. И бабушки уже тут растаяли, готовы на все, и носки ей подарили, не носки, а что вы ей подарили. В общем, подарком ей дарили, целовались, обнимались. Таких теплых встреч нынче было особенно много, делятся бабушки. Но больше всего сердца артисток покорил Сергей Безруков. Актер приехал в деревню и выступил в местном клубе. Сами же бабушки нынче гастролировали, пожалуй, больше, чем любая другая российская звезда. География гастролей удмуртского коллектива от Владивостока до Калининграда. Но больше всего им запомнился Волгоград. Как же, говорим теперь, мы Мамаев в кургане видели, время 1:00 ночи. Нам вылетать утром. А утром вылетать рано. Они говорят, так давайте сейчас поедем. Кто-то сказал, давайте. Мы, конечно. А бабушки выдержат. Как мы не выдержим? Там пантеон с именами погибших в Сталинградской битве. Там очень много имен. И когда спускаешься по спирали, видный спуск там, и по спирали идешь вниз, я смотрю на бабушек, у меня мурашки по коже, потому что они плачут. Они плачут, и мы же вслух все время обсуждаем. Они говорят, они же, наверное, не хотели умирать, они же, наверное, были по 17-18 лет, вот как наши внуки. И, наверное, как мамы-то страдали дома. Дети же остались, Да, у кого-то ребенок остался, у кого-то кто-то нецелованный ушел. Вот об этом они идут и говорят, а я сзади иду, это все слышу. И прямо мурашки, и слезы уже катятся прямо, да. Это вообще, это было что-то такое невероятное. А еще была смешная, Галина Николаевна сейчас плачет, я хочу ее развеселить, как она меня развеселила в Киеве. В Киеве было очень ответственное выступление, я, значит, заранее договорилась с Галиной Николаевной, я говорю, на сцене прямо скажу, а давай-ка, Галина Николаевна, мы свою удмуртскую споем для киевлян. А зал огромный, эхом отдается, и она не расслышала то, что я ей говорю. И она на всю сцену мне говорит, что сказала в микрофон? А в зале такой хохот. Я не таким звуком, я сказала, что сказала? Успешное выступление на Евровидении перевернуло жизнь бабушек буквально с ног на голову. Поклонники пишут письма со всех концов света и просят выслать им лапти, такие же, как у самих бабушек. Лаптей самим не хватает, они изнашиваются она за месяц. Нам надо фабрику тут открыть по изготовлению. Это идея, кстати. Новый год бабушки ждут с особым нетерпением. В 2013-м должно завершиться строительство церкви в селе Бураново. Открыть ее планируют на Троицу. Ради этого момента они и стали когда-то артистками. Вылярен, вышут бурен! С Новым годом! С новым счастьем! Ура! Светлана Буланова, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». Пойдет?